пизды, да игра, где ставки слишком высоки. Где мы рискуя, делаем серьезные шаги. И не отступим никогда за жизнь, да игра, где ставки слишком. Всем здорово, ребят, с вами Крикставка. Сегодня мы с вами поставим на финал Лиги Чемпионов, который ждали все. Все ждут Криштиану против Салаха, это противостояние. По поводу матча, я думаю, что здесь будет хотя бы 2-3 гола точно в игре. Коэффициенты на Реал 2.24, на ничью 3.78, на Ливерпуль 3.18. Это 1xbet. Ну, не сыграет, понятно. Короче, ребята, они играли между собой 4 раза в 2009 и 2014 году. Смотри, в 2009 оба раза выиграл Ливерпуль. В 2014 оба раза выиграл Реал. Причем, смотрите, по 1-0 и потом разгромили друг друга. Так, смотрите, ребята, я вам предлагаю поставить на эту игру на два счета точных. На 1-1 за коэффициент 7 и на 2-2 за коэффициент 9.75. Я думаю, какой-то счет сбудется по-любому. По сотке зарядите, ребят, нормально. Вот. Вообще, я думаю, в этом матче будет ничья. Уже, кстати, коф упал, был с утра 4.05, уже 3.70. Смотрите, как падает. Вот, тоже можно. Ну, на ничью можно 1000, ребят, поставить и выиграть, ну, почти 4. В 3 в плюсе, ну, 2.700 вот так. А вообще, ребят, по поводу вообще всего матча, я думаю, что все-таки Ливерпуль или в дополнительное время, или по пенальти все-таки завоюет этот кубок Лиги Чемпионов. Всем пока, ребят. Вот все мои ставки по поводу, что я думаю по поводу этой игры. Всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал. С вами был Крик Ставка. Ставьте лайки, пока.